Апрель, апрель, ах ты мир вас рвель, боль зонышайн, боль шне, боль трэгн хэт сувэль. Апрель, апрель, мах ты мир вас рвель. Это очередной спонтанный ролик, уже какой, седьмой? Да ну не может быть, седьмой ролик. Так вот, куда я, собственно, иду? А иду я на почту. Я же чинил свой металлоискатель к новому сезону копательскому. И заказал из Москвы подлокотник новый. То мой весь сломался. Вот, и он спустя 2 дня уже пришел. Вот, иду забирать на ту почту, откуда когда-то забирал компьютер, который мне прислал инвайф. Вон она, кстати, эта почта. Да. Проснулся сегодня в 8 утра. Сразу зашел посмотреть какие-нибудь новости. И первое, что мне попалось, это то, что в Омске, в моем Омске, в моем городе, блин, машины шумят. Рабочие из Таджикистана заложили 100 километров асфальта в форме буквы Z в поддержку военной операции на Украине. Мне кажется, как будто я попал, не знаю, в какую-то параллельную вселенную, где все сошли с ума. Это что за бред 100 километров дороги в виде буквы... в виде буквы Z, я не могу букву Z произносить это слово. Все, на почту сходил, забрал посылочку. Ну вот она, такая небольшая. Буду чинить металлоискатель. Что еще нового случилось? Вроде ничего. Запустил, попробовал рулетку на стриме с играми. Выпало 3 игры, но еще не пробовал, не смотрел, не устанавливал ничего. Надо будет этим заняться. Но, возможно, мне не дадут, потому что ремонт. Ёптить натить, да что за хуйня? Бля, как хорошо, что я одел весенние ботинки, которые кожаные и не протекают. А если бы я пошел в замшевых, зимних, охуеть. Просто, вот она весна пришла. Но я только рад этому на самом деле, потому что скоро можно будет копать. Вон уже земля показалась. Скоро на раскопке, скоро на раскопке. Уже клад надо, надо клад уже искать, наконец-то. Фух. Надеюсь, здесь открыто? Да, вроде открыто. Бывает, что здесь ворота закрыты. Ладно, там куча людей, поэтому сейчас отключаюсь. Кстати, такое интересное ощущение всегда вот после зимы, после зимней одежды. Вот ботинки, например. Я одел ботинки весенние, легкие. И теперь у меня ноги просто сами собой высоко поднимаются из-за того, что предыдущие ботинки были тяжелее в 2 раза. Идешь же как-то вообще непривычно, странно. Как будто гравитация немножечко подуменьшилась. Больше мне нечего даже рассказать. Нечего рассказать, скучно живу, ничего не происходит. Кроме ремонта. Выходные опять все в ремонт уходят. Натягивание потолка, все дела. Сегодня, не знаю, получится стримить или нет. Кстати, те игры, которые из рулетки, я их попозже пройду, потому что я начал проходить другую игру. Очень интересную. Для меня лично интересную, для других, мне кажется, нет. Вот. Но я пройду все равно до конца. И потом уже приступлю к играм, которые заказывали. Так что переходите на Twitch канал. Можете тоже заказывать игры. Когда-нибудь я их пройду. Ну и на Дзен канал, естественно, тоже подписывайтесь. Вот сейчас перейду, буду снимать ролик на Дзен. Выставлять. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну, если ролик, конечно, понравился. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролички. Спонтанные. И не только спонтанные. Блин, опять забыл сказать. С вами был Шуричков. Шуричков, именно я.